Автоматик – это выживание, в котором моей главной целью является автоматизация каждого моего движения. И на данный момент у меня есть 6 ферм, о которых я сейчас расскажу. При старте игры я хотела заспидранить, для того чтобы дальнейшая игра шла быстрее, но я умер. Да это и не важно, ведь я и так довольно быстро развился. В самом начале мне много чего хотелось, но я остановился на ферме золота. Ее я построил за относительно быстрый срок, примерно 4-5 часов. Хотя я строил скорее для опыта, чем для золота, но золота у меня все равно предостаточно. Работает она очень банально. На платформах спавнятся зомби-пирлины, которые, будучи заиграны на меня, идут и попадают в комфортабельную просторную квартиру в Москве с видом на Москву-Сити всего за... ну так о чем я? Зомби попадают в яму с вагонетками, и поскольку тут превышенное количество энтити на один блок, их дамажит. И в принципе все, погнали дальше. Вскоре раздобыл литры и поменял место дальнейшего развития, перебравшись на гору рядом со спавном. Там я построил простейшую ферму железа. Работает она за счет того, что жители пугают зомби и спавнят голема, которого я убиваю, и все повторяется снова и снова. Кстати, на данный момент она мне добыла более 5000 железа. И еще ферму квам, меда, пороха и слизи. Последнюю я вообще почти 3 раза перестраивал. Сначала на равнине, где она плохо работала, потом в море, но на слишком низкой высоте, а в третий раз у меня вышло все нормально построить и наконец-то не зарукожопить. Ну и наконец, сама база. При проектировке я выделил для себя 3 вещи, которые обязательно должны быть на ней. Первая база будет цилиндрической формы, под землей с куполом. Вторая, в центре нее должно что-то быть. И третья, то, где все будет находиться. Это комнаты, отходящие в каждую сторону света. А далее процесс возведения, в котором я занимался терраформингом и постройкой. Самым интересным в этом всем это, наверное, создание комнаты со всеми ресурсами, внутри которого небольшой, но вместительный склад, функциональные блоки и кровать. В сумме я строил в районе 4 дней по 3 часа за раз. И вот, что у меня вышло. Это мое первое видео, сделанное в Premiere Pro. А также видео длится не так и много, и я надеюсь, что вышло все нормально, и вы достойно его оцените. А на этом я буду с вами прощаться. Всем пока!